Если вас интересует, как всегда, оставаться здоровым, тогда добро пожаловать к нам. Тема сегодняшней нашей беседы – «Жить здорово». И мне помогут мои лучшие друзья-эксперты – Игорь Обуховский, Светлана Фус и Наталья Холоденко. Встречайте, пожалуйста. Я обыкновенно рада вас видеть, тем более, что, как всегда, накопилось множество вопросов, и я думаю, что мы без промедления приступим к ответам, да? Анастасия из Харькова написала письмо. «Здравствуйте. Мой муж очень хороший рыбак, постоянно ловит много рыбы. Летом мы ее засаливаем и сушим, и она получается такой вкусной, что я не могу отказать себе в удовольствии съесть несколько штук. На утро просыпаюсь с опухшим лицом, хотя перед сном много воды не пила. Через час-два все сходит. Но утром не хочу смотреть на себя в зеркало. Что это может быть? Может, есть какие-то способы, чтобы этого избежать?» Дело в том, что соленая рыба – это, как понятно, продукт соленый. А соль, как известно всем, в организме задерживает воду. И избыточное поступление соли всегда будет задерживать в организме воду, потому что это ее особенность. Ну, невозможно себе во всем отказывать. Да, если хочется съесть кусочек рыбки, то съешьте, пожалуйста. Если вы так уж не можете смотреть на себя в зеркало, не кушайте этой рыбы две. Съешьте половину одной рыбки. Да? То есть тогда это количество будет такое, с которым организм сможет справиться. И потом постарайтесь не есть это вечером, а съесть это где-то, скажем, в обед или с утра. Ну, в первой половине дня. А во второй половине дня попробовать все-таки покушать какие-нибудь овощи, в которых меньше добавляется соли. И таким образом вы избавитесь и от тех отеков, и от утреннего вот такого ужасного внешнего вида. Но все-таки Анастасия пишет, что она воду-то не пьет. Это не играет роли. В нашем организме всегда находится вода. Вся вода содержится в как бы большей степени межклеточной жидкости, она там накапливается, поэтому отечность происходит именно тканевая. То есть поэтому мы видим вот эти отеки, которые у нас, собственно говоря, отекают. Это же не где-то какие-то мешки, в которых это скапливается, это просто отекает ткань. И поэтому, естественно, вид он, конечно, не очень приятный после этого. Я так слушаю Светлану и вспоминаю историю. Ну, съел одну рыбу, вторую, ну зачем же наедаться? Правильно? Занятия спортом улучшают микроциркуляцию крови и жидкости в организме. Поэтому, если у вас возникает такая проблема, сделайте зарядку. Кстати, одну из зарядок для лица показывала в одной из передач Анита. Но элементарную зарядку вы можете сделать дома. Это различные круговые движения плечами, подъемы их вверх-вниз, повороты головы. Наташ, но у тебя малыш. Это значит, что ты еще очень хорошо помнишь состояние беременности, когда обычно говорят, что-то на солененькое потянуло. Было такое? Ну, вы знаете, меня не тянуло. Хотя вот эта вот проблема отечности, она была у меня до беременности, наоборот. И вот я заметила, что тоже, как только я начинаю не замечать, сколько я съедаю соли, эта проблема появляется. Ну, и самое главное, что у меня это было больше не на лице отражалось, а вот как такая, как состояние кожи вообще в целом на теле. Да? Поэтому я сделала вывод, что соль это не настолько безвредно, как мы привыкли думать, что ее количество все-таки надо контролировать. Следующий вопрос с форума. Добрый день, меня зовут Наталья. В эти дни у меня очень портится настроение. И если остальные девушки аппетит теряют, у меня наоборот. 5-6 дней непрерывного жора, я цитирую Наталью. Я за неделю набираю 2-3 килограмма, а потом приходится устраивать себе разгрузочные дни на воде. Я понимаю, что для организма такие скачки плохо, но ничего не могу поделать. Как быть? Вопрос явно не к Игорю. У меня тоже такие дни бывают. Серьезно? Нападает жор. Так. Но я параллельно тренируюсь. И я думаю, что я беременна. Да? Кстати, некоторые задают такой вопрос, можно ли заниматься спортом в этот момент или нет. Я бы первые дни не рекомендовал делать упражнения для пресса, но многим девушкам совершенно не мешает это выполнять другие упражнения, аэробные упражнения на верхнюю часть корпуса. Это, кстати, очень хорошо утоляет аппетит. Вы знаете, я хочу сказать так. Есть совершенно четкий критерий. Если начало пробивать на еду или начался жор, да, значит, организм не получает всего того, что он должен получить в этот период. Организм особенно нуждается. Почему? Потому что к концу цикла каждый женский организм надеется на то, что он станет матерью. И когда это состояние происходит, организм должен накопить все те питательные вещества, которые будут потом в дальнейшем питать ребенка, который должен там зачаться. Да? Вот, поэтому тут ситуация такая. Если вас пробивает на еду, значит, вы неполноценно питаетесь в принципе.
Значит, вас в этот период будет организм заставлять кушать больше и больше еды, чтобы накопить больше полезных веществ. Поэтому есть совершенно четкое правило, которого можно придерживаться. Если в первой половине цикла вы можете себе позволить, ну, как бы слабинки какие-то, да, там и сладенького покушать, и где-то там что-то нарушить, то вторая половина цикла по часам кушать, объемы пищи должны быть достаточные, еда должна быть полноценной, никаких себе послаблений в этот период давать не надо. И вот поверьте мне, через пару месяцев вы даже и не почувствуете, что эти дни настали. То есть организм спокойно совершенно это переживет, он спокойно совершенно из этого выйдет и проживет этот период очень хорошо. Поэтому здесь важно очень, чтобы вторая половина цикла была очень полноценна по питанию и очень разбита на как бы такие дозированные приемы пищи. Ну, то есть был режим соблюден. Угу. Вот постарайтесь это попробовать. Я думаю, что многим это поможет. Ну и, возможно, здесь есть психологический аспект, потому что портится настроение. Понятно, да, что это с гормонами связано. Гормональная система всегда влияет на эмоциональную, поэтому если есть такие явные переходы, явные перепады настроения, на самом деле это не так уж и правильно, как мы привыкли. Я бы обращалась в такой ситуации, во-первых, к эндокринологу, и, во-вторых, если есть перепады настроения, если изменяется вот эта потребность в питании, положительные эмоции. То есть надо особое внимание уделить положительным эмоциям. Самыми простыми способами это что-нибудь порисовать, снять вот это напряжение, посмотреть какую-нибудь комедию, провести время с людьми, которые доставляют удовольствие. То есть положительные эмоции – это то, что снимает вот эту вот неправильную работу гормонов и то, что снимает вообще вот эту раздражительность. У нас есть вопрос от Карины из Мариуполя. Она пишет на наш форум. Здесь даже не вопрос, а крик о помощи. Я с детства была полная, и еще плюс к этому я крупная. С конституцией не поспоришь. И высокая. Мне 21 год, и я до сих пор ни с кем не встречалась. Я понимаю, что моя внешность играет здесь определенное значение. Я некрасивая. Теперь к сути проблемы, пишет Карина. 2 года назад я решила похудеть, начала изучать литературу, заниматься, и похудела на 14 килограммов. Почти без трудностей. Но потом пошли срывы. Вот уже 1,5 года я в постоянном стрессе от своих неудач. Я не оставляю мысли о том, что мне надо похудеть, но все мысли о диете вызывают во мне отвращение, а физические упражнения для меня уже как пытки. День начинается неплохо, я следую диете, а вечер кончается объеданием. Как мне справиться со своей депрессией и, наконец-то, нормально похудеть? Действительно, крик о помощи. Да, я хочу сказать, что в первой части вопроса уже озвучен ответ. Почему. Если человек настолько сильно отрицательно относится к себе, к своей фигуре, к своему телосложению, на данный момент, то у него любые попытки улучшить это состояние будут вызывать сопротивление. То есть на физиологическом уровне будут проявляться такие состояния, которые даже если вы вообще есть не будете, вы все равно будете сохранять вес. Себя нужно любить в любом весе. И только от любви к себе, не вопреки тому, что ты такая уродина, а от любви к себе можно начинать что-то делать. Ну, это психологический аспект, который действительно здесь очень четко проявлен. Но исчезнет ли лишний вес только от того, что человек справился с психологическими проблемами? Или все-таки стоит изменить рацион питания? Для того, чтобы поправить вот все то, о чем пишет эта девушка, во-первых, нужно просто начать нормально питаться. То есть это единственное, что можно вообще сделать со своим организмом. Просто посмотреть на еду не с точки зрения того, давайте я похудею тут за 2 месяца на 14 килограмм, потом я это все опять наберу и буду потом в следующий раз опять садиться на диету, опять худеть. Попробуйте просто изменить образ жизни. Не надо пытаться насиловать организм. То есть ему надо дать все то, что ему требуется, этому организму. Ему надо кормить регулярно. Он должен очень хорошо и полноценно питаться. Тогда он начнет отвечать вам благодарностью. То есть начнет работать обмен веществ, и начнут уходить те жировые запасы, которые, собственно, накопились, ну, в результате, скорее всего, неправильного питания. И плюс еще ко всему, очень важно не забывать о том, что первый прием пищи – это завтрак, который ни в коем случае нельзя пропускать, если вы хотите начинать худеть. Да, это в обязательном порядке. То есть, если вы хотите изменить питание, начните с того, что введите просто завтрак. И очень хорошо, когда на завтрак идут, там, скажем, ну вот один из вариантов, это может быть цельнозерновые хлопья, которые богаты и витаминами, и минералами, и пищевыми волокнами, и они дадут и заряд в начале дня, такой энергетический, и дадут все те необходимые компоненты, которые запускают все обменные процессы в организме. Поэтому девушке можно посоветовать просто обратиться не к диетам,
а обратиться к разделу здорового питания, посмотреть, что там да как там. Там все очень четко расписано, и на самом деле есть очень дельные и хорошие советы, поэтому вот на это надо обратить внимание. Вот у меня вопрос. У меня сейчас личный опыт, да, то есть я сейчас тоже нахожусь в состоянии похудения, после родов я еще кормлю ребенка, и у меня тоже бывает такой график, что я реально могу покушать только вечером, и поздно вечером начинаешь восполнять все то, что не доел днем, хочется восполнить энергию. Но я получила такую рекомендацию, что можно вечером, вот когда очень хочется кушать, съесть там до 200 грамм белка, или мяса нежирного, или творога. Ну вот уже на сегодняшний день я сбросила за неделю 2 килограмма. Только, ну, примени вот эту рекомендацию. Это правильная рекомендация? Это правильная, потому что белок сам по себе ускоряет обменные процессы, на него организм тратит до 30% энергии, поэтому, естественно, если хочется кушать, не надо кушать бутербродик с колбаской и маслечком, да? То есть возьмите там кусок куриной грудки, кусок рыбы, пару яиц сварите и съешьте белок от этих яиц. Ну и, наконец, о пытках, потому что Карина так и пишет. Физические упражнения для меня – это практически пытки. Как себя пытать, Игорь? Да, к сожалению, не для всех походы в тренажерный зал – это радость и выброс эндорфинов. Есть люди, которым тренировки доставляют массу неудобств, и они неприятны. А чаще всего это бывает из-за того, что они становятся скучными очень быстро. Поэтому я бы рекомендовал каждые 3 месяца менять вид спорта, вид спортивной деятельности. Когда становится тепло, можно прекрасно бегать на улице, заниматься в парке и при этом практически не тратить денег. Когда наступает осень, точно так же можно постепенно переходить каким-то игровым видом спорта. Когда наступает зима, можно плавать в бассейне и так далее. Для себя найти тот вид спорта, который подойдет именно вам. Следующий вопрос форума от Игоря из Днепропетровска, который пишет. Моей дочери 14 лет, и в последнее время она немного прибавила в весе. Жена очень сильно обеспокоилась и начала заменять обычные продукты из нашего рациона соевыми продуктами из магазина. Она считает, что это правильное питание поможет ребенку избавиться от лишнего веса, а заодно и нам прийти в форму. Теперь в нашем холодильнике нет мяса, и мне это очень не нравится. Это же может продолжаться вечно. А я считаю, что соя вообще есть вредно, ведь это ГМО. Подскажите, правильно ли делает моя жена? Ну, знаете, я бы вот ГМО не так сильно бы меня обеспокоило, например, как то, что в сое содержатся фитоэстрогены. А что это? Гормоны? Фитоэстрогены – это растительные гормоны. И поэтому, естественно, что в такой период, особенно если девочке 14 лет, идет период активного полового созревания. И в этот период использовать продукты соевые надо очень аккуратно. Дело в том, что заменять полностью мясо соей нельзя, и кушать каждый день сою нельзя. Кроме того, что она может повлиять на гормональный фон, у нее есть еще вещества, которые очень негативно влияют на щитовидную железу. А учитывая то, что у нас сейчас в продуктах питания очень много добавляют сои, вы обратите внимание, пожалуйста, на этикетки и почитайте, куда только она не входит. Следующий вопрос тоже из форума пишет Екатерина из города Запорожья. Мне 40 лет, я сама воспитываю 2 детей, с мужем развелась еще 5 лет назад. Сейчас, когда дети уже немного подросли, я стала задумываться о личной жизни, но вся проблема в том, что мне не нравится мое отражение в зеркале, а именно мои лишние килограммы. Я хочу заняться спортом, но иногда у меня скачет давление, особенно в жару. Сейчас я никакой диеты не придерживаюсь. Подскажите, как правильно похудеть, чтобы не навредить здоровью. Но в итоге не только, чтобы не навредить здоровью, но и исправить личную жизнь. Наталья. Я могу сказать, что вот до тех пор, пока человек не считает себя уже достаточно хорошим для личных отношений, сколько бы он ни худел или не красил волосы, ничего не изменится, понимаете? Вы уже достаточно достойны, уже достаточно хороши для того, чтобы иметь право на отношения. И вот это вот первая вещь базовая, которую я хочу всем донести и просто настоять на том, что сначала надо похудеть на 5 килограмм, чтобы иметь право нравиться мужчинам, потом на 10, потом на 20, потом у меня морщины, потом надо грудь заменить, да? То есть это до бесконечности. Или женщина относится к себе с уважением и любовью, или нет. И дело в том, что у такой женщины всегда будут проблемы в личной жизни, если она не изменит свое мышление. Позволяйте себе иметь успех, отношения и все, что вы хотите, здоровье, независимо от того, там, в каком весе вы на данный момент находитесь. Ну вот, может быть, для Екатерины, которая сейчас смотрит нас в городе Запорожье, миллионов других женщин, эта фраза «любите себя» прозвучала уже несколько миллионов раз. Это очень полезно, и с этим все согласны. Вот какое первое практическое действие, а может быть даже и упражнение,
нужно сделать для того, чтобы на один шажок к этому состоянию приблизиться? Во-первых, необходимо написать список тех качеств, которые вам нравятся в себе, вот личных качеств. Во-вторых, это выделить, что вам нравится чисто внешне в себе. То есть даже если у женщины есть лишний вес, у нее остаются, допустим, красивые глаза, у нее остаются красивые руки, она ухоженной может быть, да, то есть она должна видеть в себе плюсы. Она должна написать список своих побед за последних 5 лет, разобраться, почему она хорошая мама, почему она хорошая жена, ответить себе на эти вопросы. Тогда, когда человек отвечает для себя на эти вопросы, он начинает чувствовать себя достойным. И потом у него решаются вопросы всех других порядков, и давления, и лишнего веса, и всего остального. Ну, в общем, ответив на эти вопросы и задавшись целью, вы можете приступать еще к каким-то другим действиям, да, Светлана? Да. Дело в том, что гипертоническая болезнь – это есть следствие избыточной массы тела. Это как правило, да, я не беру какую-то патологию, которая там почечную, скажем, или там какую-то другую, которая приводит именно к повышению давления, это как бы есть отдельные формы, но любая избыточная масса тела, она, как правило, приводит к повышению артериального давления. Поэтому спорт и питание нормальное в этом смысле будут тем фактором, который нормализует и артериальное давление, и приведет фигуру в порядок, и повысит самооценку, и я думаю, как бы вот именно, как бы комплексный такой подход к себе, я думаю, что это будет именно тот путь, который она должна для себя выбрать. Я хочу поддержать Светлану и сказать, что у нас есть со Светой очень хороший пример, потому что когда к нам на проект «Сважение та счастливее» приходят люди с избыточным весом, практически у 90% из них повышено артериальное давление. И уже, ну, наверное, через 4 или вот 6 недель они постоянно его меряют, они замечают, что оно не просто снижается, оно становится нормальным. 120 на 80 практически, ну вот, и стабилизируется, всех. Да. Стабилизируется. Без таблеток очень быстро. А что касается спорта, то для того, чтобы сбросить избыточный вес, лучше всего подходят кардионагрузки, и они должны быть мягкими. То есть это может быть арбитрек в тренажерном зале, это могут быть пешие прогулки в быстром темпе или плавание. Самое главное, как сказала Света, наращивать нагрузку постепенно, но здесь, если вы все-таки беспокоитесь о своем здоровье и чувствуете, что есть опасность, вы можете купить себе пульсометр, контролировать свой пульс и заниматься в зоне ЧСС до 130 ударов. Ну и теперь время, когда вы можете задать свои вопросы нашим экспертам. Уверена, что тема интересует многих. У кого есть вопросы? Доброго дня, мене звати Маргарита. Я намагаюсь вести здоровий спосіб життя. З свого раціону я виключила жири і не їм свинину. В магазинах намагаюсь купувати лише некалорійну їжу. Замість звичайних солодощів я їм те, що для діабетиків, і п'ю некалорійні напої. Але мама каже, що це дуже шкідливо для здоров'я. В їхній час такого не було, і всі були здоровими. Але ж я не відчуваю недомагання. Я хочу вам сказать, дело в том, что если вы решили вести здоровый образ жизни, то вы должны понимать, что жиры вам необходимы для того, чтобы организм синтезировал женские гормоны, синтезировал витамин D, холестерин для этого нужен. Да? То есть убирать жиры из питания, в принципе, нельзя ни в коем случае, потому что мы лишаемся очень большой доли важных для нашего организма компонентов. Это жирорастворимые витамины и сами жиры, как компоненты наших клеточных мембран, как компоненты нашей иммунной системы. То есть если мы едим обезжиренную пищу, мы себя обрекаем на то, что у нас будет расти уровень холестерина и так далее. То есть проблем не оберетесь. Второе. Если вы покупаете сладкие продукты питания, да, если у человека есть сахарный диабет, тогда ему нужны продукты для больных с сахарным диабетом, которые содержат фруктозу, а не глюкозу. По калорийности эти продукты не уступают обычным сахаросодержащим продуктам, поэтому смысла заменять их нету. Просто для того, чтобы не превратилось ваше питание в пытку какую-то, и потом вас не начало очень сильно тянуть на сладкое, включайте в свой рацион понемножку сладких продуктов питания, таких как, например, сухофрукты, там чуть-чуть меда, кусочек шоколадки. То есть это то, что вы можете себе позволить в течение дня в маленьких дозах. И вы поверьте, не такое большое желание будет у вас, например, сладкого, если вы будете кушать и каши, и хлеб. То есть не бойтесь этих продуктов питания, они совершенно нормально ложатся в здоровое, нормальное, рациональное питание. Еще вопрос. Здравствуйте, меня зовут Инна. Я с марта месяца занимаюсь спортом. То есть у меня физическая нагрузка плюс кардионагрузка дополнительно к этому. Но у меня появилась такая проблема. Я после тренировки, когда еду домой в транспорте или на протяжении дня, мне хочется, где я не сяду, мне хочется спать.
И к вечеру у меня появилась бессонница. Я очень долго кручусь, лежу, не могу, считаю, пою. Но я не могу заснуть. Это только начинается под утро, когда нужно вставать. Мне очень сильно хочется спать. А вы тренируетесь вечером, утром, днем? Ну, иногда бывает с утра, это после 10, может быть, тренировка в 2, и иногда бывает к 7 вечера. Чаще всего такая проблема возникает у людей, которые тренируются вечером. Они дают интенсивную нагрузку, соответственно, наши все физиологические процессы запускаются, и человека это очень сильно бодрит. Вот сам по себе знаю, если я очень мощно потренируюсь вечером, то до 2-3 часов ночи я сам уснуть не могу, и таким образом сбивается ритм. Вот, поэтому насчет того, что вы чувствуете, что когда едете в общественном транспорте, можете вот заснуть, это может быть связано с тем, что вы действительно перетренировываетесь. И здесь нужно также подумать с питанием. Если вы не получаете необходимых всех витаминов, микроэлементов, то жизненного тонуса может не быть. Ну, дело в том, что сонливость – это признак недостатка кислорода, прежде всего. Здесь обязательно необходимо, чтобы у вас было достаточное поступление кислорода именно во время тренировки. Чтобы была открыта форточка, чтобы вы выходили на улицу, бывали на улице. Второй момент. Вообще недосып – это очень опасно, потому что мозг человеческий отдыхает только с 11 часов вечера до 2 часов ночи. Если вы это время не спите, допустим, спите днем, вы уже никак это не компенсируете. Это очень опасные вещи, которые могут в будущем приводить к проблемам с памятью, внимательностью. То есть нарушается нормальная работа психических процессов. А я бы порекомендовала немножко снизить нагрузку и начать как бы сначала, да? То есть вот уберите столько, сколько вы занимаетесь, вот уменьшите это сначала до половины. И начните как бы с этого момента. И потом потихонечку опять начинайте наращивать. То есть вернитесь на какие-то исходные рубежи, на которых вы себя нормально чувствовали. Что касается тренировок, вы, кстати, можете вечером попробовать такие занятия, очень хорошо расслабляющие, как стретчинг или йога. Они тоже очень хорошо жизненную энергию успокаивают и дают возможность заснуть. И ванна. Это тоже то, что заставляет нашу физиологию расслабляться. Теплая вода, там какое-то небольшое время в ней побыть, это автоматически успокаивает. Массаж. У кого вопрос? Пожалуйста. Доброго дня, меня зовут Мария, и в меня такая проблема, что я веду здоровый образ жизни, однако мой человек палит. Я уже даже его переконала кинуть палить, проте он неимоверно боится набрать лишние килограммы. І от, власне, питання, як потрібно харчуватися під час того, як кидаєш палити, для того, щоб це якось прийшло безболісно і без якихось там втрат для морального здоров'я? Постарайтесь посоветовать своему мужу, чтобы он не злоупотреблял, во-первых, очень сильными стимулирующими напитками, такими как кофе и чай. Потому что, собственно говоря, они раздражают такие же рецепторы, как сигареты. Да? Во-вторых, сигареты и курение – это вообще психологическая проблема. Поэтому скорее вопрос к психологу. И если с психологической точки зрения он себя будет нормально чувствовать вот в этот момент и заменит какое-то удовольствие, якобы удовольствие, которое он получает от курения, на какое-то другое, переключится на что-то, то ему не надо будет компенсировать отсутствие курения едой. Если вы ведете здоровый образ жизни и питаетесь правильно, то по большому счету ничего не грозит. Это мифы о том, что человек начинает набирать вес, когда бросает курить. Человек начинает заедать. Да. Он начинает заменять. Это чисто психологическая проблема. Он начинает одно удовольствие оральное заменять другим оральным удовольствием. Поэтому в этом смысле не надо ему давать сосательных конфет, семечек там и чего-то такого, что можно вот просто побросать в рот и сживать все время. Чаще всего люди, которые хотят бросить курить, но еще морально не созрели, они просто вот где-то нашли эту отговорку про то, что я тогда поправлюсь. Да. Я знаю, что многим помогает вот все, что связано с оральной деятельностью. Когда мы отказываемся от какой-то привычки, почему люди вообще курят? Они когда в основном нервничают, начинают курить, и потом эта привычка фиксируется. Поэтому если начать осознавать, вот типа потянулась рука за сигаретой, что, какое чувство заставило, какой дискомфорт, да, просто отследить это чувство. И если это ваш муж, просто каждый раз, когда ему хочется покурить, предлагайте ему с вами пообщаться, рассказать, что его сейчас заставляет волноваться, нервничать. Потому что мы даже не замечаем, как по нам проходят миллионы чувств, которые мы не отслеживаем. Но эти чувства приводят нас как раз к зависимостям. Спасибо вам огромное. Я уверена, что вы остались довольны ответами. Теперь остается только действовать. А если у вас возникают вопросы, обязательно обращайтесь в нашу программу, и мои друзья-эксперты помогут разобраться в любой ситуации. И все будет доброе.